Дим, дерби и твой первый гол в карьере за основной состав. Могут такое себе представить? Я стараюсь, конечно, забивать как чаще, но я играю защитника. Поэтому вот перешел в опорную зону и еще на стандартах поменял немного позицию. И как удалось забить, очень рад. Посвящаю свой гол семье своей, потому что они очень сильно за меня болели и переживали. Хорош! Вообще верилось в то, что удастся отыграться? Два мяча все-таки это серьезное преимущество. Да, конечно, мы в перерыве друг друга поддерживали и говорили: ребят, есть 45 минут, и мы играем на одного человека больше, давайте соберемся и выиграем этот матч. Тренер настраивал очень сильно нас, поэтому вот мы вышли и переломили ход встречи. Переломный момент – это все-таки удаление или это то, что произошло в раздевалке в перерыве? Ну, я не могу сказать. Но удаление, наверное, да, повлияло, поэтому остались и стали больше контролировать мяч. Спартак забили первый гол, и Спартак немного занервничал. И мы поняли это, что надо идти вперед и давить их, и выигрывать этот матч. Тебе сегодня как защитнику непросто тоже пришлось? Ну, мне всегда непросто, когда я играю защитника. Тем более, самый лучший нападающий России, я так считаю, Промес, играет справа, и получается, что у меня с ним там конкуренция. Болельщиков сегодня было наших хорошо слышно, несмотря на то, что их было меньше. Да, и я подбежал к болельщикам и старался, чтобы они еще нас гнали вперед еще сильнее. Поэтому болельщики наши тоже очень молодцы, большие. Они нас на каждом выезде стараются поддерживать. Но сегодня была очень хорошая поддержка. Мы их слышали на протяжении всего матча.